Музыка Камиля Сен-Санса — это всегда ощущение некоторого такого сдержанного праздника, что ли. А вот что касается произведения «Аквариум», оно плюс к этому еще и не так часто звучит на состязаниях по фигурному катанию. На льду Алиса Овсянкина и Матвей Самохин. Здорово. На одном дыхании откатались Алиса Овсянкина и Матвей Самохин очень эмоционально, очень Алиса Овсянкина, точно, очень тонко чувствуя музыку, очень четко передавая образы и очень технично. Техническая бригада, я обратил внимание, ставила очень высокие уровни, это касается и стартовых твизлов, которые оценили и члены технической бригады, и судьи, четвертый и третий уровень, соответственно, и примерно плюс 3 оценка. Потрясающее совершенно вращение в центре площадки, тоже на четвертый уровень, и
примерно 2,5. Это если мы говорим об оценках от судей. По шагам такое ощущение сложилось, что Алиса была чуть точнее, во всяком случае, по двум дорожкам. Она получила более высокий уровень по сравнению с партнером, 4-й против 2-го. Но в целом это очень цельное произведение искусства. И я бы сказал, что смотрелись куда как взрослее своих лет Алиса с Матвеем. Танец словно скроен для них. Вот оно, это вращение. Ну, вообще здесь практически нет слабых мест у этого проката, у этого танца. Все это смотрится на одном дыхании, и даже не успеваешь заметить, как танец заканчивается. И вот уже пришло время выяснить, какими будут оценки. На протяжении всего прошлого сезона постепенно добавляли по оценкам эти спортсмены, хотя выступали и на юниорском уровне, и на уровне кандидатов в мастера спорта. Папа, мама, привет! Очень эмоционально переживала за учеников Марии Боровикова. Ну и что, оценки очень высокие. Да, 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 97,88 балла. Их итоговая сумма, давайте посмотрим, 167 баллов.